Всем привет, с вами Тева на канале Тея Геймс. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Revelations, юбилейное прохождение игры. И это 17-я серия, 6-я последовательность. Мы выполняем воспоминания Софии. И, кстати, сейчас надо обновить банк, чтобы забрать денежки. Давайте сразу сделаем. Эцу, никого не бей, ни на кого не нападай. Тебе никто ничего плохого не сделал. Так. А то я, да, тут сюжетки, ничего такого не обновляю. А надо вот у нас, кстати, денежек подкапливается. Хотя я не знаю, нужны ли нам здесь будут. Я вообще здесь прохожу сейчас, честно, не ради денег, а ради удовольствия. А всего два банка обновил, вот. Давайте заберем денежки. Потому что, возможно, ну, реально нам понадобится что-нибудь купить. А у нас... Хотя, мне кажется, будут всегда, вот, ну, прям... Какое-то большое богатство здесь нам не нужно будет, ну, вот, точно. И, кстати, мне кажется, что, возможно, уже 7-я последовательность. Это будет Каппадоча, да? Что мы будем на острове, поэтому... Поэтому надо вот фрагментик Анимуса. Желательно хотя бы один еще найти, пока мы... 6-й последовательности. Хотя, в принципе, и там сразу найдем. И просто я не знаю, если там все покажутся. Хотя... Хотя, да, нет, спешки какой-то особо. Так. Пойдем, да, вот. 300 шажков, 300 метров остается. А я не заметил, что здесь стена. Прыжок веры, испытание фракции воров. Почему, в смысле? А как его сделал? Не... Опа-на-ка, ребята. Фортуна прям везет. Как я вот сделал только что прыжок веры, что засчитался, а тогда не засчитывался? Может, надо самому не ожидать, что ты его сделаешь? Я не знаю. Так, 50. Смотрим на карту. По идее, уже... должны показываться. Да, офигеть, сколько их. Офигенно, ребят. Здорово. Отлично. Люблю эту игру вот только за это. Вот уже только за это люблю эту игру. Так. Вот, тоже книга появилась. Ну ладно, давайте сперва вот самое важное, самое основное. Да, я уже заметил раньше, чем это написали. Отлично, отлично. Соберу их все обязательно. О, тихо, стой. Так. Куда тут надо точно? Я мог все нас спрыгнуть покрасивше, но я заглупил и сделал по-другому. А где вход? А что, наверх надо? А, действительно. Не пил я ничего, слышу, что-то. Так, тут фрагментика нет, но, в принципе, мне и уже можно их не искать. Уже привычка, хотя почему бы и нет. Давайте найдем книгу. У маленькой Софии книгу, в которой могут быть подсказки относительно местонахождения ключей Массиафа. Вот, пожалуйста, уже скоро. Чувствую, это будет. М. Так, а вдруг там или вот здесь? Отлично. Помню еще примерно все точки. Погнали доставать книгу. Класс, я еще не спрыгивал так сразу никогда. Ну ладно, что сделать? Маленькая Айя София, значит. Или Айя София. Видимо, он сам возьмет. Найдена книга Сократа «Басни
Эзопа. А, и все, это прям вот такое вот задание. Ну, значит, у нас осталось еще 3, и мы завершим последовательность. И да, у меня опять же подозрение, что, возможно, уже 7-я часть, и мы будем там. Что, возможно, я помню все не совсем так, а 8-я и 9-я это будет что-то другое, или просто только 8-я. Так, ну что ж, идем вперед тогда, продолжаем. Опа, аккуратно, допрыгнем. Yes! Вау! Так, ну что, немножко по дороге пробежимся. Кстати, я тут заметил, что... Да, давайте еще фрагментики соберем, раз они такие симпатичные показываются теперь. Я тут забываю купить... как бы зелье здоровья для Эцио, но... Я не знаю, я... тоже об этом не задумываюсь, и, в принципе, не особо-то надо. Где? Значит, наверх. Вот, сейчас все на изи все соберем. Я, конечно, специально за ними пока не думаю, что буду бегать. Я буду все-таки на сюжет опираться, чтобы, да, особо не отвлекаться ни на что такое. Но в крайнем случае потом вот все дособеру уже. Чтобы они были прям, ох, все. Это такие, не знаю, как собирать конфетки здесь, я не знаю, что-то такое. Что-то приятное. Такие маленькие радости, скажем. Так. И, кстати, давайте параллельно, да, соберем все книги еще для Софии. Пускай это будет до того, как мы начнем 7-ю. Потому что мне кажется, что что-то вот, ну, какое-нибудь дополнительное воспоминание, что-то такое вот может быть. Поэтому... Давайте вот посмотрим вот эту книгу. А, это книжная лавка вообще. Я понял. Ну ладно. А давайте сейчас сюда пробежим, а потом соберем уже. Или у нас начнется миссия. А вот я, кстати, не знаю. Вот я сомневаюсь. Что если? А что если? Посмотрим. Мне просто вот реально интересно. Я, если что, обрежу, если это будет как-то слишком долго. Но вот просто вот прям реально хочу собрать вот все книги. Вот пускай они будут... Я не знаю, может, если не сейчас. Ладно, давайте сперва пробегу к основной. Все-таки у меня была такая цель. О, фрагментик. О, книга. А, это книжная лавка. Окей, я понял. Если не падай. О! Тихо. Вот мне нравится, как он так разворачивается, вообще мастерски. Чё там лежит? Сундук, наверное. Очередной. Отсюда прыгнешь? Конечно, допрыгнет. Сюда залезем? Не залезем. Значит, идем вниз. И... Или нет? Давай сюда. О! Тихо. Нормально. Всё нормально. Все хорошо. О! Фрагментик. 53. 47. Неужели мне надо переплыть сейчас? То есть прям вот так вот это. Окей, я понял. Че, прости, что я падаю прям. А, нет, я понял. Уже идем в Каппадокию, нет? Надеюсь, нет. Скажите мне, что... А, все, вспомнил. Нет, это остров отдельный. И здесь нельзя касаться воды, полная синхронизация. Интересно. Это будет интересно, вот. Подсказка, оставленная Пола, привела Эцио в девичью башню. Смотрите башню, но будьте осторожны. Да, достаньте ключ Мысяфа, не упав в воду. Вот, помню. Так, давайте посмотрим, что за девичья база, башня, что написано. Так. Вниз. Так, я все понял. Ребят, я не буду читать все.
Просто кому интересно, нажмете на паузу. Вот так. Чуть-чуть глазами пробегусь для себя. Все. Ничего себе, как здесь темно. Так, ему надо сюда. Подождите, я хочу здесь осмотреться, вдруг тут что-то хотели. Не, все, ничего здесь нет. Помним, что нельзя касаться воды. Эцу-то коснулся воды. Ты меня подвел сразу. Ну ладно, имеется в виду, что нельзя нырять. Чё с камерой? А, окей. Ну да, еще на время здесь немножко, да. Полный комплект, как бы. Еще и камера странно себя ведет. Не очень удобно. Да, тяжело, блин. Все там, наверное, приклеилось. Ну да, сейчас будем спускать воду. Или поднимать воду. Короче, спускается, отлично. Сейчас будем спускаться, потом подниматься. И все это надо сделать так, чтобы в воду не упасть, решить головоломку. Ну, что-то решать. Это не Tomb Raider здесь. Здесь все легче. Здесь все более линейно, только камера бы вела себя как надо. Во всяких местах. Чтобы не сваливаться-то. Хотя пока все нормально. Так, надо спуститься, мне кажется. А может и нет? Нет. Ух, куда, блин? Сюда, наверное. Нет. Слушайте, а здесь реально не помню. А, во. И назад. Во, отлично, отсюда, давай быстрее. Хотя 35 секунд у нас есть время. Да, можно. Так, сюда и... Поднимайся, беги, прыгай. О, туда, отлично. Прямо. О, быстро, у нас в запасе 10 секунд. Хорошо. Какие тут механизмы, мне даже самому смотреть. Напрягаешься. Так, тихо, давай. Так,
По-моему, наверх, если я правильно помню. Так. Воу, блин. Немножко стрёмно за него. Хотя он, по идее, не должен свалиться, если все делать правильно. Пам-пам. Тихо. Вот здесь было мне сложно, да, потому что не понимаешь, нажимать стрелку назад или в бок каждый раз и падаешь, падаешь. Блин, 30 секунд в запасе. Это прям... Все, по-моему, последний раз опускаем воду. Ага. И все. До пола прям. Но все равно там есть вода, поэтому надо быть аккуратным. Так, здесь слезть нельзя. И мы можем спокойно теперь дойти, у нас не на время. Отлично. Так. Сюда. О, теперь на время, ребят, теперь на время. Вот если я здесь... Ладно, не будем говорить «если», просто... Эцу, ты меня не пугай, пожалуйста. А, вон, надо на мышку нажать, забываю. Залезаем. Так, вперед, да? Нет! Бывает, бывает. Ладно. Сейчас я все обрежу, все пройду заново, все обрежу. Так, ну вот я снова здесь спустя 10 минут, потому что это третья попытка, во второй я почти дошел до конца и просто ошибся и что-то упал. Здесь я перестраховался тогда, нажал на shift, что не надо было делать, и надеемся, сейчас все получится. Так. Вот сюда. И все. Правда, потом надо будет еще и залезть. Не наступай в воду-то. Пинком все исправляется, как говорится. А, ну да, еще надо за ключом добраться. Ну вот. Потому что, да, надо наверх залезть. Тихо, Эцу, тихо, тихо. Его взять. В воду не падать. Тут, в принципе, легко в воду не падать. Ну просто, да, что-то я ошибся, говорю. Ну, бывает что. Вот это было опасно сейчас. Не стоило мне на shift нажимать. Да, вот здесь просто жмете кнопку вверх и залезаете. А вот здесь... То есть, да, там даже пробел не надо нажимать. Это опасная вещь такая, довольно-таки. А вот здесь можно, когда такие прямые. Так, куда? Я не помню. Можете мне как-то... сейчас. А, ну вот, все. Что-то, блин, убежал вперед, а не надо было этого делать. О, я на всякий случай. Этого можно было не делать, но я на всякий случай. Все отлично. В воду мы не упали. Можно считать, что вот все. Два сундука я собираю, забираю ключик, и мы отсюда уходим. Ну все, сейчас он сам, короче, перенесется. Оставим его. Да, немножко подвинуться было.
В общем, на сей веселой ноте и... Да, давайте возьмем фрагментик, а потом уже я с вами попрощаюсь на этой серии. И в следующей серии предлагаю даже, скорее всего, отдельно запишу серию, как я беру остальные книги и некоторые фрагменты анимуса. Не обещаю, что возьму их все, вот. Хотя бы какие-то. Так, попробуем сейчас сюда залезть. А потом уже дойдем до убежища ассасинов. Так, здесь было, да, на этой высоте. Давайте сейчас слезем. И посмотрим воспоминания Альтаира. Предпоследнее. Так. Не, видимо, еще надо залезть наверх. Так, ну тут, да, тут по-любому вот. Жалко, что здесь нет, типа, обзорной точки. Так еще стоишь, такая обзорная точка. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. Кстати, я разучился нырять.